Всем привет, ребят. Сегодня я буду записывать, пытаться для вас PvE-развитие до 10 миллионов с нуля. Поехали. Так, ребят, вот я накопал почти две строчки и сдаем все это в офер. У нас 1200 монет. Предлагаю купить, подкопать немножечко дерева и купить лопату, накопать земли, построить ферму тростника и поздавать в офер, и попродавать на аукционе. А потом планирую идти в шахту, покопать ресурсов и вначале найти спавнер для фарма опыта. Так, покупаем один алмаз. Кстати, да, если вы хотите видеть еще продолжение этой серии, то вам нужно набрать будет 10 лайков, и я начну записывать продолжение. Там я буду строить базу и добывать уже 10 тысяч монет за серию. И там уже будет намного интересней. Так, сейчас накопаю песочка и приду. Так, ребят, вот я уже начинаю построить ферму тростника. Обычная ферма будет 3 туда, ну и все. И если что, потом увеличу, если будет все хорошо у меня. Пока я так построю, небольшую. Вот тут где-нибудь рядом построю с морковкой. И где-нибудь рядом с картошечкой. Все, давайте, как достроить эту фармилку, покажу вам. Так, ребят, вот я уже построил фармилку тростника. Строим 5-10 ее где-то. Вот я уже немножко ее расширил. Тростник я покупал всего по 100 где-то. Вот она быстро растет. Сейчас еще засекем, за сколько будет добывать она за полчаса. Или потом за час. Сейчас все добудем. Он очень быстро растет. Он уже 2 стака, хотя построила маленькую фармилку, потому что я не знаю, как их строить. Построила такую, какую умел. Там высаживаем. Так, вот я засадил. Давайте сейчас полчаса поформлю, прям плотно поформлю тростник. Через полчаса покажу результаты. Так, ребят, вот столько тростничка я наформил за полчасика. Ну, там может чуть побольше. Так, давайте я это сейчас соберу. Вот. Зомбяк включил отсюда. Я хочу сейчас попробовать кого-нибудь скрапить и поймать топочку. Эту топочку обменять на кирку эффективность 6-7. И идти копать, начинать что-нибудь. Там руды. Да, идешь, уходи отсюда. Допрыгну. Тростничок зайдем в офер и постараюсь кого-то затрапить. В следующей серии я планирую, если вы наберете, конечно, 10 лайков, то в следующей серии я планирую сделать что-нибудь годненькое, выкопать базу, там, заработать больше денег. Так, все сдаем. У нас получается 2600. Все, так что, как вы видите, 2600 монет. Так, ребят, давайте всем удачи, всем пока. Если вы хотите новую серию, то пишите в комментариях. Извините, что так мало вышло. Просто устала, спать хочу. И завтра... Если, короче, в комментариях сегодня вы пишете, что хотите продолжение, то
я завтра начну записывать предложение, и буду, видео будет минут 20-минутное. Давайте, извиняюсь, уже заикалась, спать хочу всем, давайте. Пока.